Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного послания Европарламенту не вспомнил об Украине. Сфокусировался на необходимости укрепить внешнюю политику ЕС. О восточных соседях ни слова, ни о странах восточного партнерства, ни о России. Тем временем 10 евродепутатов подписали обращение к украинскому парламенту. Их возмутили слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, какую демократию практиковал Адольф Гитлер. Текст петиции подготовил нардеп от оппозиционного блока. Мы обсудили очень серьезно рост радикально националистических настроений в Украине и насилие с этим связано. Особенно много обсуждался вопрос по их инициативе о высказываниях в одном из центральных телеканалов спикера украинского парламента господина Парубия, которые оправдывают Адольфа Гитлера. Вот они только за один день работы Европарламента собрали больше 10 подписей. Это обращение к украинскому парламенту, to members of the parliament of Ukraine, в котором они четко указывают, что не может быть вторым человеком в государстве человек, который оправдывает Гитлера. Для меня, как для европейского политика, очень тревожно слышать высказывания на столь высоком уровне в украинском парламенте. И я думаю, что очевиден тот факт, что мои коллеги согласились подписаться под документом, который предложил господин Вилкул. Нельзя сравнивать демократию и референдум с действиями и поведением национал-социалистов и Адольфа Гитлера. В 21 веке это просто недопустимо.